Мы находимся на территории Oxbridge International School. Это будет филиал действующего школы, садика. У нас на 3,5 гектара земли и 35 тысяч квадратов строения. Работали мы фирмой Artón в Казаблоке. Мы выбрали самый хороший в Узбекистане материал. Это считается, я считаю, что это Artón, потому что качество показало себе оно лучше, чем другие тендеры. Работали другими материалами и показалось, что он действительно лучше Artón по плотности и быстро создаваемое здание. Если бы я пользовался кирпичами, тогда рабочая сила нужна была намного больше. С газоблоком показал работу намного меньше рабочей силы и быстро создаваемое здание. Заключается инженерная работа, уже малярная работа ведется. Я как захожу в детский садик, вот уже заканчивается эта работа. Очень прохладно. На улице сегодня 40 градусов. Я захожу туда и чувствую комфорт. За полтора года 35 тысяч квадратов мы объект заканчиваем газоблоком за полтора года. Скоро открытие. Будущий проект будет обязательно использоваться газоблоком Artón.